Вторую нашу пару мы посвятим вопросам происхождения андезит-базальтовых серий островных дуг и в широком контексте природы магматизма острова Дубного. Мы еще раз коротко рассмотрим, фактически мы уже коснулись этого вопроса петрогеохимической специфики острова Дубных серий, может быть, внимательные на геохимические особенности. Обратимся к механизмам магмообразования и обсудим с вами такую дискуссионную проблему, касающуюся природы высокоглиноземистого магматизма, высокоглиноземистых базальтов островных дуг и образования андезит-базальтовых серий. Мы завершили прошлый час петрохимической типизации серии, и я отметил, насколько важно использовать весь комплекс вот этого петрохимического инструментария, который позволяет нам судить в первом приближении характере этих магматических серий, магматических формаций. Что еще? Эти диаграммы я тоже вам показал. Здесь, пожалуй, интересный пример, конкретный пример. Мы говорили о важной роли диаграммы калий-СО2, да? Здесь разные. Вот Новой Зеландии серии. Мы видим, они типичные, среднекалиевые серии. А вот андезиты Андской окраин, которые мы будем с вами рассматривать детально. Это пример эволюции по такому, типу, когда у нас весьма высококалиевые разности накапливаются, формируются в заключительном стадии процесса дифференциации. А вот пример более 700 анализов вулканитов энцематических дуг. Дуга Банда, Изонская дуга, это Индонезия. Вы видите полный спектр составов. Низкокалиевых, которых довольно мало. Они есть, но их очень мало. Но главным образом среднекалиевые, высококалиевые, даже кашанитовые, тем более линцетитовые. Вам широчайший спектр составов, проявленных в пределах этой дуги. Если обращаться к диаграмме АФМ или диаграмме Миашира, мы сегодня с вами будем обсуждать серии вулканов Плещевской и Безымянной, которые геохимически однозначно это серия Лесково-Щелочная, но обратите внимание, вулкан Плещевской — это черные точечки, а Безымянка — это крестики синенькие. На диаграмме АФМ видно, что самые магнезиальные члены, магнезиальный базальт Плещевского вулкана, они попадают сюда, в область вроде бы формально талиитов серии, да? И на этой диаграмме, хотя дальше идет дифференциация, само разнообразие составов формируется такое, что мы попадаем в поле известково-щелочное. А на диаграмме Ашира однозначно с самых начальных стадий вся серия Плещевского вулкана присутствует в поле известково-щелочных. Однако некоторые поздние дифференциаты Безымянки, они наоборот переходят формально области лейтов. Но это лишний раз говорит условность границ, которую мы обсуждаем. Поэтому здесь гораздо важнее, конечно, геохимические критерии. Здесь в этой табличке показаны примеры составов Island Arc Tholi. Островодубный тылиит. Классический островодубный тылиит. Для них характерно, незначительное содержание железа. Это важно. То есть при содержании магния порядка 10%, 9% железа — это, немного. И вообще для островодужных систем в целом не характерно накопление железа, как я уже говорил. Но не только для известково-щелочных, но и для талиитовых серий. Хотя я смотрю, на самом деле табличка, ее Тони Кроуфорд мне предоставил, он читает в Хобарте лекции студентам, но на самом деле здесь какой-то, может быть, не самый даже оптимальный пример. Я смотрю, у него среднекалиевая серия при 15 магния с 10% железа,
Ну, это вопрос. Тут надо, вообще говоря, много или мало железа становится ясно, когда вы, у вас есть модель, типа там Мэлс, Хабармат или Петролог, вы попробуйте посчитать вот эти тренды, посмотрите на них, как они себя ведут. Важно то, что для серий классических известково-щелочных, в том числе средней калий, не характерно накопление железа. Потому что там не кристаллизуется плагиоклаза, мы это сегодня с вами обсудим. И идет главным образом кристаллизация химических минералов, оливина и клинопироксид. Но мы вернемся к этому проще. А вот геохимические сигналы однозначно, это, конечно, обогащенность вот этой группы барий, торий, цезий, этими, как мы говорим, крупноемными литофильными элементами и с резким провалом в области необитантала. Вот она метка скородужная, она традиционно рассматривается как важнейший такой критерий отнесения. Но это известково-щелочные. Вот в телеитах, я, по правде говоря, мне не удалось до сих пор найти классический пример островодужных телеитов с четкими геохимическими спектрами. Наверняка они есть, надо бороться в литературе, там, в интернете, ну, мне как-то не довелось это найти. Потому что в известково-щелочных эта островодужная метка проявлена четко. А вот что касается телеитов, у меня сильное подозрение, что среди островодужных будут телеиты с ровными спектрами, без необитанталового минимума, то есть имеющие отношение к океанической коре. А возможно, должна быть какие-то телеиты и с этим спектром, как мы видим в трапах. Но это надо было бы проиллюстрировать конкретными материалами, которых, к сожалению, у меня в данный момент нет. А это пример совсем другой дуги. Это серия вулкана Савина и Эолийская дуга в Сицилии. Да? Вот многие тысячи километров разделяют, казалось бы, совсем разные истории. И геодинамически, тут Средиземноморье, тут Камчатка, вы видите, насколько четко проявлен вот этот необитанталовый минимум. То есть эта метка, она совершенно очень часто наблюдается при нормировке на манте вот эти пики стронция, свинца. Это все на самом деле вот эти все характеристики являются меткой того, что вещество в области магмогенерации, где происходило образование расплавов, которые явились исходными для островодужных серий, каким-то образом поступало вещество, несущее метку вот этой континентальной коры, континентального материала, в общем, коровый материал в широком смысле слова. И вот к этому, наверное, надо именно так и относиться. Другие примеры известково-щелочных серий. Ну вот здесь, к сожалению, не обе есть, там тала нету, но в принципе вот этот минимум, это тут дуга Сунда, это значит опять Индонезия, новозеландские вулканы, новые Гибриды, остров Ява, значит, Новая Британия. То есть это вот как бы вы видите все эти характеристики, вот пик свинца, накопление цезия в виде бария с провалом, они, в общем, весьма характерны. Ну, здесь, я так понимаю, что разные серии включают субщелочные и повышенные щелочности, не только такие классические известково-щелочные. Ну, весьма любопытно проследить тренды распределения редких элементов для серии вот низкокалиевых, среднекалиевых, высококалиевых. Вот когда низкокалиевые породы тонкие, то есть энсиматические дуги, вы видите такой слегка обедненный или ровный спектр наблюдается. Вам особенности островодужных пород дуги тонга Кермадек. А вот при переходе, скажем, к среднекалиевым сериям Папуа-Новой Гвинеи, вы видите, появляется такой обогащенный несколько спектров. Не сильно, может быть, но, тем не менее, вот эта тенденция, она проявлена. И вы видите, как вот тут еще кремнезем нанесен. Хорошо видно, что в более продвинутых по линии дифференциации, там от 50-55 до цитовых составов, как бы спектр приподнимается редких земель. Это то, что мы с вами обсуждали, это вследствие фракционирования, да, но то есть параллельно он начинает смещаться от исходного
по мере кристаллизации. Накапливается несовместимый элемент, в том числе и редкие земли у вас в плане. А вот смотрите, что дают примеры сьявы высококалиевых телеитов. Здесь гораздо более... Нет, не телеитов, конечно, какие же телеиты, если высококалиевые. Значит, высококалиевых серий явы. Вы видите гораздо более высокую степень обогащенности. Но при всем при этом, обращая внимание, спектр в области тяжелых редких земель и итрия, если бы мы с вами несли ровненький, то есть тут нет мерки глубинной, вы помните, гранатовой метки, да? Здесь, конечно, нет. Это магмогенерирующие процессы, конечно, за областью стабильности граната гораздо на более высоких уровнях. Вот, то есть это где-то не глубже там. 50 километров. Вот о чем идет. А можно вопрос? Да. А если наносить риолиты, риолиты, то как пойдет? Ну, они должны выше быть. Будут риолиты будут повыше, и, скорее всего, у них будет поглубже вот этот провал его пирамиды. Как бы роль плагиоклаза, она тут же вылезает в кислых породах, в кислых стеклах. Сами породы, кстати говоря, они там, может быть, ровнее, поскольку это будут крапники плагиоклаза, они всегда это стронцы несут. А если стекла или афировые разности, это будет минимум. Обычно так что будет. Сравнение, да, представляет интерес сравнить геохимический спектр. Вы помните, мы брали базальто-расславных дуг и нормировали их на мод. Вот я показывал вам такую картинку. Ой, не островных дуг, простите, а океанических островов Ocean Island Basalt. И мы сопоставляли вот телеиты, субщелочные, горячих точек океанических островов и морбов из зон спрединга, да, если так жаргоном пользоваться. То есть мы увидели относительно типичного объединенного океанического базальта вот такие вот формы спектра. То, нормируя базальт островных дуг на спрединговые базальт с океаном, мы видим, что уже, так сказать, другая форма спектров, где не только необитанталовый минимум проявлен, но и гораздо более высокая степень объединения вот в области циркония, гафния и тритерга. Вот это вот отличает вот в этой части спектра, по крайней мере, островодушные системы от горячих точек. Ну, примеры энсиматических дуг. Здесь вообще все может быть совсем, так сказать, по-другому выглядит. Вот вам спектр, кусочек спайдерграмма для дуг энсиматических. Хотя, надо вам сказать честно, я сначала подхватил у Тони вот эту картинку, а потом подумал, что было бы неплохо ее элементы показать в том же последовательности, как на предыдущих. Вы видите, стронций там был в середине, здесь оказался с края. То есть, вообще говоря, облик диаграммы, как вы понимаете, определяется, можно сопоставлять, когда одна и та же последовательность элементов. Здесь вроде бы вот эта часть похожа, а вот здесь, значит, какая-то своя. Но тем не менее видно, что небольшой вот необитанталовый минимум, скажем, на малых антилах, он здесь проявлен, хотя не так четко выражен, как это имеет место на предыдущих графиках. И понятно почему, потому что калий оказался не справа, вот на обычный график, если вы обратите внимание, где-то мы показывали, значит, торий-тантал необицерий. Казалось, что калий где-то справа на диаграмме. Ну, в общем, опять же, это все зависит от спектра. Ладно, сейчас что еще для нас интересно? Вот мы давно с вами не обращались вот эту любимую диаграмму радиогенных изотопов. Соотношение, значит, не один, а 143-144 стронций, 87-86. Вот у нас были океанические базальты. И мы с вами показывали, что широкий спектр был пород вот для океанических островов, да, и изотопные характеристики, так сказать, размазывались. Для островодушных систем, в общем-то, тоже характерен весьма широкий спектр вот этих отношений, вплоть до весьма-весьма обогащенных составов, которые уж безусловно, видите, 0,708-710, это, конечно, метка
континентального корового материала. И это же проявлено вот в реалитах Новой Зеландии, значит, Сугибанда в Индонезии. Но в целом большинство вот попадает вот в область этого, по крайней мере, близко того, что мы называли главной мантийной последовательностью по изотопным данным в этой характеристике. То есть, иными словами, значит, источник материала островодужных марн, несмотря на их повышенную кремниевую кислотность и порой доминирование андезитов, дацитов, это все равно является по изотопным меткам, указывает все-таки на мантийное скорее происхождение. Теперь давайте мы обратимся к вопросам происхождения конкретным уже, связанным с эволюцией и формированием андезит базальтовых серий островных дюн. Ну, я здесь перечислил как бы важнейшие пункты вот этого нашего рассмотрения, значит, которое будет включать определение высокой глиноземности базальтов и гиперстеновых серий. Я немножко коснусь еще раз этого вопроса. Мы обсудим значение высокомагнезиальных базальтов, которые обнаружены на островных дугах. Обсудим гипотезу плавления мантийного клина, так называемый, сформулируем, что это такое. И придем к важной роли летучих, как фактор магмообразования, эволюции, высокой глиноземности магмы. Ну и в целом я покажу на примере вулкана, включив студию Зымяна, некоторые такие базовые, что ли, позиции вот этой концепции фракционирования. Ну, значит, во-первых, вот можете себе отдельный подзаголовочек сделать. Давайте обсудим значение высокоглиноземистых базальтов вот, с точки зрения петрологии, понимания истории эволюции островодурных систем. Здесь надо напомнить, что благодаря широкой распространенности андезитов на активных окраинах, не только вот островодурных, западной части Тихого океана, ну и в Андах прежде всего, и по западной оконечности американского континента, западному краю американского континента, многие годы преобладала точка зрения, что вот эти андезитовые магмы представляют главный тип островодужного магматизма, а значит исходный, что они как бы сами характеризуют, что исходные магмы от андезитового состава, и они вьются с этих вулканов, и как бы вот с ними, с природой этих андезитовых магм надо разбираться. И эти воззрения, которые доминировали, вообще говоря, в петрологии середины прошлого столетия, буквально переломила известная работа японского петролога Куно, которая вышла в 60-м году и была посвящена высокоглиноземистым базальтам островных групп. Сам Куно, вообще я рекомендую, если есть кто интересуется, посчитать вот эту работу Куно, которая так и называется, высокоглиноземистый базальт, и вы почувствуете вот суть этих проблем и как бы тот базис, фундамент, на котором в дальнейшем вырастала, формировалась вот эта петрология островодужного магматизма. Сам Куно еще более ранний период, вот в 50-е годы, задался целью детального изучения эфировых вулканитов японских островов и прилегающих территорий. То есть он, вообще говоря, подключил к этому анализу не только вулканизм Японии, но и Маньчжурии, и вот, так сказать, вот эту часть континентальную, существенно примыкающую к Японскому морю. Кстати, вы, наверное, не знаете, что вот японцы называют Японское море, а на корейских картах написано Корейское море. Это предмет их данных таких споров, и у них очень серьезные противоречия на этот счет существуют. Так вот, в результате своих исследований Куно, наряду со щелочными базовыми, он выделил три группы главных базальтовых пород, которые были им обнаружены, исследованы на японских островах. Это были щелочные телеитовые базальты. Телеитовые, вот
контексте 60-х годов. Я вам предысторию детально рассказывал. Да? Значит, вот он их выделил, он их нашел, определил, он так их назвал. Но он в дополнение к ним выделил и третью группу вулканических пород. Обращаю внимание, на основании изучения афировых разностей пород. То есть он специально порфировый, как бы. Стекловатые афировые разности представляли главный интерес. Так вот, эту третью группу вулканических пород он объединил под термином High Alumina Basalt. Высокой глиноземистой базальт. Что же характерно для высокоглиноземистого базальта трактовки Кун? Ну, во-первых, по самому определению, это более 18% алюминия, такие афировые породы с высоким содержанием алюминия, а мы вспомним сталитовые котельки, да? 15, 14,5, 16 почти не встретишь. Вот. А здесь 18 алюминия. И присутствием, вот второе очень важное обращение, присутствие ортопироцена в основной массе. А мы с вами опять же обсуждали, что сталитов, что у нас, через пижонит. Вот у нас как бы через низкокальциевый пироцен, там клином пироцен выступает. А здесь ортопироцен. И таким образом Куна решил объединить высокоглиноземистые базальты, все характеризующиеся этими признаками, и продукты их фракционирования, то есть имеющие близкие характеристики, но вот минералогические и химически как бы образующие некую серию. То, что он назвал гиперстеновой серией. Гиперстеновой серией, которая уже позднее была признана аналогом тех известково-щелочных серий, которые уже обсуждались на других примерах насчет петрологической литературы, вот, западноевропейской, американской. Да? А вот ассоциациям вот этого типа, гиперстеновым сериям, им противопоставлялись породы пижонитовой серии, в основной массе которых присутствует пижонит. Он говорил, вот если вы петрографически там посидите под микроскопом, вы найдете в основной массе пижонит, это будет пелиитовая серия страдов. А если у вас ортопироксан, это будет гиперстеновая серия. Он дал принципиально такой вот минералогически очень важные критерии, которые на самом деле сейчас, все последние десятилетия, как результаты экспериментальных исследований, находят совершенно четкое подтверждение в опытах поплавления пород. Именно так и будет с классическими телеитами и классическими известково-щелочными породами. Куно утверждал, что я буду оговариваться, по-моему, правильное ударение Куно. Меня как поправили коллеги японские, а мы иногда говорим Куно, да? Больше. Так вот, Куно утверждал, что породы гиперстеновых серий являются продуктами кристаллизации высокоглиноземистой магмы, которую можно рассматривать как исходную для любых известково-щелочных серий пород. Вот переводя в термины, которые мы с вами обычно пользуемся, надо сказать, что исходно, это значит родительская магма. То есть это из той серии, что мы видим, самая примитивная, которая может быть вот исходным материалом для всех более продвинутых продуктов магматической эволюции. Вот эту идею Куна сформулировал тогда вот в этой своей работе, посвященной высокоглиноземистым базальтам. И действительно, если обратиться к большинству серий, которые нам хорошо известны, изучены, вот я вам буду сегодня больше говорить о серии вулканов Ключевской и Безымянной, то высокоглиноземистые базальты были обнаружены совместно с андезитами и более кислыми породами на многих-многих вулканических центрах. Вот здесь вот примером андезитового вулкана является вулкан Безымянный, он показан синими значочками. И вот видно вот серия, там где алюминий у нас присутствует на диаграмме, вот здесь и здесь. Видно, значит, тут как бы два типа диаграмм, построенные в зависимости как функция содержания кремнезиома или как функция содержания магния. Так вот видно, что там, где у нас серия лав безымянного, там в качестве наиболее примитивного состава выступают как раз породы
содержанием порядка, вот тут синие попали точки, 18% алюминия. Вот видно, как бы они начинают этот тренд. То есть для безымянки высокогалиноземистый базальт или андезий базальт, он как бы прослеживается его исходность, что, как исходный материал. Да? То же самое касается и магния. Вот у нас магний вот падает в эту сторону, вот он здесь расположен и дает начало всей серии. Таких примеров можно привести бесконечное множество. Ну, значит, что мы говорим, когда вот мы такого рода диаграммы петрохимические рассматриваем? Мы говорим, что да, действительно, высокогалиноземистые базальты в целом представляют более примитивный материал, чем андезиты. То есть они, вот если мы посмотрим по кремнию, они беднее кремнезиума, щелочами, но зато богаче кальцием и магнием. И вообще говоря, у них соответствующие геохимические характеристики. Они беднее по сравнению с андезитами, несовместимыми элементами, всей этой гаммой, так сказать, несовместимых компонентов. Другой пример эволюции, значит, по линии, так сказать, вот этой андезит или какая-то боновский тренд дифференциации. Я не помню, рассказывал вам, нет. Боновский тренд дифференциации – это эволюция по линии от базальта через андезит, дацит, реолит. Вот, так сказать, вот черный классический тренд убывания железа по мере накопления кремнезиона. Вот что такое боновский тренд дифференциации. И по этому боновскому тренду эволюционируют италиитовые серии и известково-щелочные. И природа у него одна и та же. Появляется магнетит, и он обрывает тренд накопления железа. Но для нас важно другое, что это вот опять вулкан Салина, который я упоминал. Где? В Средиземноморье. Но если взглянуть, вот здесь сиренево, исходным, самым примитивным материалом, лежащим на конце вот всех этих трендов, панажи, кальций, магний, выступают что? Высокогалиноземистые подарки. То есть как бы первичная исходная природа, она обосновывается достаточно надежно. И подобные сериальные связи однозначно указывают на генетическую родственность высокогалиноземистых базальтов и андезитов, которая выражается в существовании вот этих протяженных трендов эволюции сопряженных. Надо сказать, что не только петрохимические критерии позволяют нам надежно идентифицировать высокогалиноземистый базальт как источник. Посмотрите, малый элемент примеси, вот он высокогалиноземистый базальт для вулкана Салина. Вы видите, минимальное содержание бария. Это опять начало вот этого тренда накопления. Ванадий наоборот. Помните, я вам сказал про магнетит, да? Магнетит ванадий забирает, поэтому как бы тренд объединение ванадия начинается очень рано в этой эволюционной истории, практически непосредственно с состава высокогалиноземистых магний. Рубини, наоборот, как и барий, накапливаются, и цирконий. То есть, видите, совершенно четкие, прекрасные тренды, демонстрирующие относительную примитивность вот этой высокогалиноземистых базальтов по сравнению с любой породой, лежащей вот на этих очень отчетливых и ясных петрохимических трендах. Таким образом, почему я так подробно об этом рассказываю? Дело в том, что вот в такой трактовке ключевой вопрос островодужного магматизма – это вовсе не проблема образования андезитов, хотя они там доминируют. А это вопрос о природе той исходной высокогалиноземистой магмии, которая является источником андезитов. Понимаете? То есть нужно разбираться откуда, как, каким образом, почему возникают вот эти высокогалиноземистые расклады. Вот. Ключевой вопрос. И именно так Кунос сформулировал его и своевременно, и в этой постановке вопрос остается актуальным в нашем и в наше время. Итак, главный вопрос состоит в том, вот эта высокогалиноземистая базальтовая магма сама по себе является первичной, то есть сформировавшейся в коровых или мантийных условиях, то есть продукт плавления каких-то компонентов, и вот она дает далее тренд вот этой эволюции. Или же на самом деле
Высокоглиноземистая магма представляет продукт кристаллизации каких-то еще более примитивных распадов. Ключевой вопрос, вот эту дилемму чувствуете, да, вот эта дилемма, она как бы, то есть это непосредственно продукт выплавления, или это продукт дифференциации чего-то еще более примитивного, чего мы на вулканах практически не видим, или исследователи в течение долгого времени не встречали. Вот. И, ну, тут как бы вот эта альтернатива, она тянет за собой следующий вопрос. А если такие примитивные магмы существуют, то надо попытаться понять, почему они вдруг дают эволюцию? Понятно, что это тогда к мантии надо тянуть. Но тогда вопрос, а почему такие глиноземистые расплавы возникают? Мы их не видели с вами ни там, в рифтах Африки, ни в зонах спрединга, значит, ни на океанических островах. Вот эти афировые базальты с 18, а порой 19% алюминия. Значит, вот какой круг вопросов возникает в связи с этой проблем. И надо сказать, что ответ на этот вопрос, он в значительной мере связан с данными геологических наблюдений. Дело в том, что на многих крупных вулканических центрах островных дуг была установлена совместная встречаемость, то есть ассоциации высокоглиноземистых и магнезиальных базальтов, обогащенных оливином. Ну, некоторые примеры таких ассоциаций показаны вот здесь в табличке. Я тут вам три примера привел. Высокомагнезиальный, высокоглиноземистый, Алеутская дуга. Это вулкан Акмок, если не ошибаюсь, на Алеутских островах. Здесь пример, значит, с Марианской дуги, где есть высокомагнезиальный и высокоглиноземистый. А вот вулкан Ключевскур. Там только базальтовая серия, мы уже не раз ее рассматривали, но она варьирует от высокомагнезиальных базальтов Ключевского до высокоглиноземистых. Вот вы видите, магнезиальные базальты порядка 12-10, там, 11,5% магния, а эволюционируют они сами серии. До содержания магния порядка 5%, при этом глинозем достигает 18-19. Подобные ассоциации были установлены не только вот то, что я вам привел, а это и в северо-восточной Японии, Новой Британии, на Соломоновых островах, и на самом деле достаточно широкий набор вот этих ассоциаций. Конечно, надо отметить, что магнезиальных базальтов на вулканических центрах островных дуг по сравнению с высокоглиноземистым очень мало. То есть обычно это несколько, так сказать, прорывов 5-10, я сейчас точно не помню, сколько установлено точек на этих паразитических конусах Ключевского вулкана, этих магнезиальных базальтов. Ну, по-моему, что-то порядка десятка вот этих центров, где содержание 9-10% магния. Но в основном 90% Ключевского вулкана сложено высокоглиноземистыми лавами. И это являлось многие годы основанием считать, что это вот высокоглиноземистый магматизм, и это все источник. А магнезиальный базальт – это так, нечто побочное, ну, встретилось несколько клевочек, извините за выражение. И они вроде отношения к делу не имеют. Нет, там все оказалось как раз наоборот. В общем, была высказана гипотеза, что магнезиальные базальты, высокомагнезиальные базальты, которые ассоциируются с высокоглиноземистыми, можно рассматривать как модель расплавов, более примитивных расплавов, которые являлись исходными для высокоглиноземистых магм. И источником высокомагнезиальных этих примитивных расплавов являлось пегматитовое вещество верхней мантии. То есть вот была высказана идея о генетическом родстве остроодужных серий, в природе мантийных, так сказать, исходных материалов, исходных магм, которые в дальнейшем эволюционировали и давали разнообразие всех тех, широкое разнообразие серий, которые наблюдаются на островных дугах. Что свидетельствовало? Какие, так сказать, были здесь аргументы? Ну, здесь были аргументации, конечно, идет к магнезиальному оливину. Вот у нас с вами красной нитью проходит через весь курс. Если вы хотите найти связь с мантией, ищите высокомагнезиальный оливин.
Так вот оказалось, что в этих высокомагнезиальных островодружных базальтах были обнаружены кристаллы крайне магнезиальных оливинов, содержащих от 88 до 90-92, порой 94% фосфоритов. То есть это весьма крайне высокомагнезиальный оливин, который полностью отвечает нашим критериям первичной мантийной природы. Что интересно, не только высокомагнезиальный оливин, а в этих магнезиальных базальтах был обнаружен и очень высокомагнезиальный фенопироцен, причем фенокрист. Вплоть до номера 90, 91 и даже 92. То есть это вообще интересный момент. Не только оливин, а вообще вся ассоциация оливина и фенопироцена, которые вот в виде фенокриста или гломерофосфировых сростков, были обнаружены весьма высокомагнезиальными. То есть это еще дополнительный аргумент в пользу вот такого очень ультраосновного исходного материала, который могла поставлять, конечно же, только верхняя мантия. И вот эти наблюдения постепенно сложились, ну что ли, в систему аргументов, которые привлекаются для обоснования мантийной природы первичных остродужных магм. В общем-то, эта концепция, можете себе отметить, концепция, которая получила название концепция гипотезы плавления мантийного клина. Мантийного клина возьмите в кавычки. И мы сейчас посмотрим, о чем же идет речь. Давайте, значит, обсудим, что подразумевается под этим несколько необычным термином. На этих двух рисунках показана общепринятая схема строения субдукционных зон, когда океаническая плита как постепенно погружается в мантию под некоторым углом. Ну, я в данном случае вот либо с востока на запад, либо с севера, либо с запада на восток, неважно, значит, островодружная система. Строение во всех случаях рисуется одинаково. Ну, вы видите, что в результате процесса субдукции вот, строение ну, недр, что ли, под вот этой островодружной области, оно приобретает характер, такую форму, такого треугольника, который в петрологии получил название мантийного клина. Это как будто кусочек мантии выклинивается в направлении погружающейся плиты. Вот что называется мантийным клином. И в петрологии вся эта область мантийного клина называется надсубдукционной мантией. То есть она мантия, но весьма своеобразной природы, которая, вообще говоря, отличается от той мантии, которая под континентами, под, так сказать, то есть это именно специфика, вот эта клинообразная форма характерна для именно субдукционных зон. Но не только такая чисто формальная геометрия мантии в области субдукции здесь определяет. Конечно, здесь свои физико-химические процессы. Ведь мы понимаем, что тот магматизм, который проявлен в виде в виде вулканических фронтов, там, первичных, вторичных, которые мы обсуждали, он возникает как отклик плавления вот этой надсубдукционной мантии, которая располагается выше зоны беньёв, выше, значит, вот этой погружающейся плиты. И именно отсюда берется тот магматический материал, который служит источником для островодужных серий, которые вот формируются, те лавы, свиты вулканические изливаются, извергаются на крупных вулканах островных дуг. Многие петрологи полагают, что плавление вот этого вещества мантийного клина, на глубинах около 100 километров, помните, мы отмечали, 101 фронт и там 172 фронт, да? Так вот, предполагалось, что области магмогенерации, примерно как показано здесь на картинке, должны располагаться где-то
ну, не очень далеко вот, вот от этой погружающейся океанической литосферы, но несколько выше. И вот такое плавление могло привести к формированию высокомагнезиальных магм, которые и явились источником для менее примитивных высокоглиноземистых расплавов. А эти высокоглиноземистые расплавы уже мигрировали на более высокие уровни, значит, и через какую-то систему магматических промежуточных камер, как вот показано тут черненьким или красненьким, давали как бы путем фракционирования вот эти протяженные серии, там, через андезит-базальт, андезит-дацит, значит, реолит-дациты. Вот такая, так сказать, идея была высказана. Вот. Но была определенная трудность этой гипотезы, которая состояла в том, что на глубинах до 100 километров, где, собственно, и ожидалось выплавление вот этих первичных высокомагнезиальных островодушных магм, геотермальные градиенты были недостаточны, чтобы достичь температуры солидно-самандийных передатив. Мы уже касались этих вопросов. Если на этих глубинах, вот, вот тут геотермы, так сказать, нарисованы, вот, видите, вот в пределах мантийного клина, попытаться взять ультраосновное мантийное вещество, лерцолит поплавить, то оказалось, что эти температуры не достигали необходимых, так сказать, для начала плавления. То есть там дефицит составлял порядка там 100-200 градусов. И вот это, так сказать, была такая болевая точка этой концепции мантийного клина, которая, тем не менее, нашла свое разрешение. Так, ну давайте сделаем перерыв. Удалось преодолеть. Ну, я так думаю, что вы где-то внутренне, может быть, и догадываетесь, о чем пойдет речь. Значит, чтобы разрешить вот это противоречие, значит, дефицита в температуре, необходимой для нагрева и плавления вещества в пределах плиты, нужно было привлечь некоторый дополнительный фактор, способствующий плавлению, снижению точки солидуса мантийного передатита, чтобы это плавление инициировать. И решение проблемы, в общем-то, весьма так красивое, логичное было найдено. В чем же оно состоит? Было высказано предположение, что при погружении материала океанической плиты на большие глубины происходит дегидратация, слагающая ее осадочного материала. И этот процесс сопровождается высвобождением воды и некоторых других летучих компонентов. Считается, что эти высвобожденные при погружении, так сказать, плиты летучие могли формировать легко подвижные флюиды, которые мигрировали в область перекрывающего мантийного клина, снижая температуру плавления слагающих его передатив. Ну, вот на этой схемке, вот как бы вы видите, картинка, дегидратация, значит, материал вот этого слэба погружающегося плиты, да? Вот она, область дегидратации. Считается, что мы максимум, первый максимум дегидратации, основной объем высвобожденного материала, может разбудить подружку. Вот. Он высвобождается как раз на глубинах, отвечающих примерно этим 100 километрам. То есть о чем идет речь? Что есть вода там в различной степени связанная в осадочных породах, и полагают, что вот, собственно, высвобождение воды, основной массы, происходит где-то вот здесь, так сказать, на, примерно на расстоянии 100 километров от поверхности до мантийного клина. Вот в чем природа возникновения первой цепи, главной цепи главного вулканического фронта на островных дугах. Ну, о том, что эффект понижения температуры Липидуса может достигать, так сказать, порядка 100-200 градусов, как раз того, что необходимо для начала плавления, мы с вами уже много раз обсуждали, вот эти диаграммки, значит,
солидус и перидотитов volatile flea, без летучих и в присутствии летучих, то есть то, как снижается температура солидуса с давлением, с наличием летучих, мы с вами уже не один раз рассматривали. В общем, эта идеология здесь работает в полной мере. Наверное, полезно теперь обсудить, откуда берутся второй вулканический фронт, что за цепь вот этих на удаление от субдукцирующей плиты, и мы с вами говорили, это на глубине порядка 170. Дело в том, что согласно вот экспериментальным исследованиям установлено, что на вот этих глубинах, отвечающих там порядка 100 километров, дегидратация происходит еще не полностью, и часть материала в виде таких устойчивых химически связанной воды в слюдах, фингите там в частности, и некоторые другие фазы, она все-таки еще остается. И вот это фактически максимальная вот эта точка B, вот А и Б, где основная масса высвобождается летучая, а здесь, где как бы последние летучие дегидратируют, высвобождают. Вот такая красивая идея связи вот этих фазовых равновесий и эмпирических строение зон Виньёха и эмпирик геологических наблюдений, касающихся определенного расстояния между главной и вторичной вулканической дугой, вот нашло свое выражение в этой концепции, теории. Если я не ошибаюсь, то впервые ее высказал японский исследователь Тацуми. У него книжка есть на эту тему, целый ряд статей. И вот эту схему, которая уже кочует как какая-то догма априори, да, приводится как некое уже нечто не требующее доказательств. На самом деле, как вы понимаете, кто-то был первый, кто это предложил. Вот это был именно Тацуми. Вот такая красивая, интересная идея, которая, собственно, она в основном принята геологическим сообществом, хотя, как вы знаете, очень часто вслед за таким импульсом интереса и общим признанием нередко следуют более детальные исследования, которые уже какие-то более тонкие детали этой схемы позволяют вскрыть, порой противоречия. Но это нормальный путь развития науки. Нас в контексте вот того, о чем я сейчас вам рассказываю, будет интересовать главным образом вот этот первый, главный вулканический фронт. И мы с вами как бы приходим к выводу о том, что именно вот главная масса летучих, которая высвобождалась при дегидратации материала океанической коры в процессах субдукции, способствовала зарождению долгоживущих областей плавления мантийного клина. То есть это не какой-то одноактный случайный процесс, а поскольку материал поступает постоянно, субдукция продолжается, вот это поддерживает существование зон, долгоживущих зон плавления в надсубдукционной мантии. Таким образом, предполагается, что в пределах этих зон идет генерация магм высокомагнезиальных базальта, последующее фракционирование которых приводит к образованию дифференциатов высокоглиноземистого состава. Вот эти обогащенные алюминием, производные по своей природе магмы, и более кислые продукты их кристаллизации могут достигать верхних горизонтов коры и извергаться на вулканах в виде андезит-базальтов, андезитов, дезидоцинков и так далее, таких, так сказать, серий повышенной кремниевой кислотности. А вот высокомагнезиальные расплавы, похоже, редкий гость на земной поверхности, и, по-видимому, они практически нацело фракционируют в процессе подъема с глубин своей магмогенерации. Поэтому очевидно, что память о своей первично-мантийной природе или предыстории, если хотите, сохраняют лишь те высокомагнезиальные фенокристаллы или даже микровключения магнезиальных алюминов, пироксенов, хромистых шпинелей, которые удается найти в этих породах вулканических и даже в тех же высокоглиноземистых базальтах, но при детальных, тщательных минералогических
исследователей, исследованиях. Ну вот в частности, Алексей Юрьевич Озеров, вот, коллега и наставник, как я понимаю, Алексея Рогозина на Камчатке, он защищал свою кандидатскую диссертацию, его была посвящена исследованию высокоглиноземистых базальтов Ключевского вулкана. Но в этих высокоглиноземистых базальтах он нашел множество включений эфенокристаллов оливина высокого, нельзя их, там порядка 90, и включений оливина в клинопироксене, включение высокомагнезиального клинопироксена в оливине. То есть, как бы, понятно, что сам высокоглиноземистый базальт есть продукт фракционирования. Но за счет процессов смешения, вот, сложной истории жизни в этой магнитоподводящей системе, в нем сохранились реликты тех исходных магм, с которых шло формирование магмосовоглиноземства. И это удается раскрутить, расшифровать при детальных исследованиях магматического материал. В общем, наверное, вы согласитесь, что я нарисовал довольно красивую и привлекательную картину островодужного магматизма, которая включает мантийное магмообразование и участие вещества, погружающиеся плиты в этих процессах. Но вполне резонный вопрос, а есть ли какие-то, так сказать, ну, признаки присутствия материала океанической коры в источнике? То есть, по сути, речь идет о чем? О том, что материал, погружающийся плиты в виде летучих компонентов флюида, он участвует в процессах мантийной магмогенерации. Он как бы дополняется к мантийной. Вот. Вот здесь, конечно, хотелось бы найти примеры, свидетельства того, что вот каких-то независимых наблюдений, которые бы доказали присутствие вот, вот этого компонента. Ну, давайте посмотрим, какие обычно авторы привлекают здесь свидетельства. Здесь несколько линий доказательств, и начнем с признаков присутствия материала, осадочного материала в источнике, вот, на субдукционном источнике островодужных мар. Здесь интересно тот факт, что геохимические исследования позволили выявить крайне высокие содержания таких элементов, как бор, сульма, мышьяк, свинец в островодужных вулканитах. Вот в частности, содержание бора иногда достигает чуть ли не 100 ppm, при том, что для мантийных пород, вообще говоря, характерно содержание менее 1 ppm. А вы уже догадываетесь, что, что такое бор, сурма, мышьяк. Это компоненты, вообще говоря, из осадочной оболочки, из осадочного, из этого, из первого слоя океанической коры. Это связанные с осадочными процессами. И уже вот этот факт, он как бы явился аргументом в пользу того, что этот материал действительно участвовал в процессах магматического магмообразования в пределах мантийного клина. В общем, бор и вот этот набор элементов, повышенное содержание, рассматривается как индикатор участия материала океанической коры. А что здесь, на этих диаграммах, здесь приведены не прямые содержания, а содержание вот, сурмы, мышьяка, бора и свинца, нормированные на церий, ну, такой малоподвижный редкоземельный элемент. И, а здесь прямые содержания. И вот хорошо видно, что вот если взять источник базальтов океанических хребтов или океанических островов Морг, это вот такое зеленое поле, это относительно низкая область содержания отношений вот этих таких осадко-типоморфных элементов. А вот для островных дуг, вот синенькие кружочки, характерны высокие, вы видите, на несколько порядков повышенное содержание. И отношения, и содержание. Отношение имеется в виду вот, по отношению к малоподвижным элементам в этой цели. Вот. Так что вот этот аргумент, он, похоже, срабатывает. Другим интересным, что ли, признаком явились результаты изотопных исследований, которые показали, что в островодужных, именно в островодужных вулканических породах присутствует весьма редкий изотоп, берилий-10. Чем же он редок и почему, что это заметка такая? Да дело в том, что известно, что бериллий-10 является продуктом воздействия космических
лучей на кислород и азот в верхних слоях атмосферы. То есть он имеет атмосферное происхождение. А его повышенное содержание обнаружены в островозных породах. В мантии берилия 10 нет по определению. Это есть продукт воздействия космических лучей. Знаете, очень красивый такой пример того, что значит, вот этот, что вообще говоря, доказывает субдукцию, погружение материала океанической плиты и участие в процессах мамообразования. Вот такой очень интересный и необычный пример, который показывает, что попадая в осадки, в осадочный материал, вот этот изотоп бериллий-10, и путешествуя затем вместе с дегидратирующим флюидом, изотоп, вот этот изотоп бериллия несет память о внеземной и немантийной истории своего образования. Ну и, конечно же, третий, достаточно очевидный, фактор – это прямые свидетельства обогащения островодушных магм водой. Ну, собственно, что тут говорить о присутствии воды в островодушных вулканах? Говорит характер извержения. Это эксплозивная природа многих извержений. И, значит, вот эти паровые фазы, которые выделяются, сочится на вулканах. Ну, если кто из вас бывал, они, значит, дымят, газят, да, вот эта газовая составляющая, в ней большая доля среди других газов, и, так сказать, пара, эти, значит, ну, вы знаете, поля термальные, вроде на Камчатской долины гейзеров, да, вот вам вода, так сказать, непосредственно поступает по своей природе, связана с магматической деятельностью. Но помимо эксплозивной природы, конечно же, это гидросиликат. Я отмечал, что для многих островодушных систем вулканов характерно присутствие роговой манки. Даже выделяют специальный класс андезитов, роговая манка андезитов. Это характерная метка островодушных систем, роговоманковые андезиты. Вот. То есть здесь мы знаем, что роговая манка, как минерал, стабильна в условиях каких? В условиях водонасыщенных, когда у нас при разном давлении, значит, достигается достаточно большие содержания воды в расплавах, чтобы кристаллизовать роговую обманку. Ну, наконец, есть методы изучения расплавных включений минералов. Плавные включения минералов, прямые измерения там, наемном зоне водорода, которые позволяют идентифицировать, оценить содержание воды во включениях, там, скажем, в оливине или в геоквазе. И вот эти оценки говорят, что где-то 2-3% воды в исходных магмах островодушных – нормальное явление. Нормальное явление. А мы вспоминаем океанические тырии. Сколько там было, я вам показывал. 0,05 там. 0,07, иногда 0,1, редко там 0,2. А здесь 1-2, иногда выше процентов исходных расплавов. Ну, кстати говоря, проводились изотопные исследования вот этой водички островодушной, в том числе и включения. Сейчас современные методы позволяют. И, в общем-то, они показывают, что эта вода вот по изотопии, значит, соотношение дейтерия, водорода по дельта 18, она не мантийной природы, она все-таки имеет отношение к водичке, значит, пришедшей из более высоких поверхностных поровых уровней, и, по-видимому, это еще одно свидетельство субъекционных явлений. Давайте напишем такой подзаголовочек: роль воды в образовании высокоглинозёрнистых марк, поскольку мы без этого, конечно, нам дальше двигаться в понимании, значит, вот этих всех явлений невозможно. Дело в том, что вот этот факт повышенных содержаний воды в исходных островодушных магм, он имеет прямое отношение к возникновению образования самих высокоглинозерных расплавов. И свидетельством этого может служить вот эта диаграмма, обобщающие результаты экспериментальных исследований по плавлению базальтов
водонасыщенных и сухих условий. Что эти эксперименты показывают? То есть это на самом деле диаграмма Оливинта, геокласс фероксен, на которую вот полями показаны спроецированные составы экспериментальных стекол. То есть есть вот зелененькие составы какие-то более богатые нормативным плагиоклазом, а есть синенькие составы, бедные нормативным плагиоклазом. Все результат эксперимента. В чем же разница этих экспериментов? Она в том, что те, которые бедные плагиоклазом, что-то села совсем линейка в синее поле, это продукт кристаллизации сухих условий. А вот зелененькие, это тот же базальт, вот его состав здесь кружочком красненьким, это продукты кристаллизации водонасыщенных условий. Получается, что если мы водичку добавляем в систему, то в результате кристаллизации она эволюционирует по линии накопления глинозема, а значит увеличение нормативного количества плагиоклазов расплава. То есть вода есть фактор накопления плагиоклаза в системе. И, собственно, это показывает вот красные линии результат моделирования по программе Комагмат. Сухая система у нас приводит сюда, вот красная пунктирная линия. А задаем водички, она приводит к атласу в область экспериментальных водонасыщенных катастроф. Вот вам свидетельство. С чем же это связано? В чем проявляется эффект? Да дело в том, что из всех силикатных фаз главных, оливин, пироксен, там клиноперакция, нортоплагиокласс, добавление воды самым сильным образом связывается именно на температуре кристаллизации плагиоклаза и расплава. Вот, ну, есть эмпирические такие оценки, которые говорят, что 1% воды, ну, скажем, при давлении порядка там, 2 кБ, добавление воды снижает температуру кристаллизации плагиоклаза примерно на 70-100 градусов. А для оливина это будет там градусов 30-20, что-то вот такого порядка. И понятно, что если у вас 1-2% воды, они понижают температуру кристаллизации плагиоклаза. Они как бы задерживают, обеспечивают задержку кристаллизации плагиоклаза из фракционирующих систем. И у нас вместо того, чтобы вот телитовая линия пошла оливин плагиоклазовая катектика, у нас там гонят оливин с клиноперакцент. Понимаете? Вот в чем разница эволюции из бесковых щелочных телитовых марок. Главный фактор — это задержка кристаллизации плагиоклаза при кристаллизации при эволюции известково-щелочных серий. Ну, вот здесь, кстати, я показал, ну, то есть эмпирические оценки, грубые, которые были там, мы сами ими пользовались там 15-20 лет назад. А вот результаты экспериментальных исследований Рената Армеева, специально, который в Ганонинской лаборатории провел. Вот вам температура, вот вам условное понижение относительно сухой системы, да? Вот вам содержание воды, как активность воды в расплаве меняется. Видно, что наименьший эффект вода оказывает на температуры плагиоклаза, оливина, затем клиноперакцен, и вот сильно плагиоклаза, вот процент порядка как раз 100 градусов. Это нелинейная зависимость, что важно понимать. И Ренат предложил систему эмпирических уравнений, которые позволяют этот дельта Т рассчитать как функцию активности, но у него есть и от прямого содержания воды уравнение. Мы сейчас эту зависимость вставили в Комагмат, и поэтому она, программа позволяет достаточно точно эффект воды предсказывать, по крайней мере, на небольших давлениях. То есть вода влияет на все силикатные минералы, но на плагиоклаз сильнее всех. Из-за этого получается задержка в кристаллизационной эволюции. Ну и как пример вот этих всех эффектов, я несколько слов хотел сказать про Ключевской вулкан, Ключевской безымянный, поскольку мы сами занимались много лет назад. И, кстати говоря, в этом году вот Ренат наконец подобился и опубликовал аж сразу 3 статьи Journal Volcanology, The Thermal Research, Contribution to Mineralogy, Petrology, все эти результаты суммировал, и они, значит, сейчас вот вышли в этом году в виде нескольких публикаций, которые дополняют вот те наши более ранние работы середины 90-х годов, когда мы впервые предложили вот эту модель эволюции
формирования высокоглинозёмистых магм Ключевского вулкана. Ну, Ключевской вулкан у вас на слуху, вы знаете, Ключевская группа, но на этом останавливаться не будем. Вот эти замечательные фотографии, картинки. На самом деле вулкан Ключевской, он расположен на склонах более древнего вулкана Камень. Сам Ключевской, возраст его порядка 7 тысяч лет назад начал формироваться полностью. Видите, как интересно, камень, это он вообще, по-моему, 50 тысяч лет, вулкан, возраст. На одном его склоне возник вулкан Ключевской, из которого льются базальты. Значит, 7 тысяч лет назад, от магнезиального до глиноземистого. А на другом склоне вулкана Камень возник вулкан Безымянный, откуда льются андезиты и андезидоциты. И купола, значит, вот эти купола Безымянки, это вот эти экструзивные купола, представленный среднекислым материалом. Вот такая интересная геологическая ситуация. Но она уже сама по себе, ведь это на склонах одного вулкана, хочется их как-то генетически связать в какую-то магмоподводящую систему. Вот это что и составляло как бы основу работы Алексея Юрьевича Озерова некоторое время назад, когда он защищал свою диссертацию. Но если вернуться к Ключевскому вулкану, здесь показано крупнейшее извержение. Значит, потоки вот этих магнезиальных, высокоглиноземистых базальтов красным цветом, они в основном сформировали вот такой сектор, восточный, северо-восточный сектор, где некоторые потоки, это ведь со склонов льется, не с кратера. Из кратера это сейчас в основном льются высокоглиноземистые базальты, они порой прям переливаются через кратер Ключевского вулкана. Вот. А вот эти вот конуса паразитические, вот они таким сереньким, и крупные протяженные потоки представляют два типа материала, высокоглиноземистый и высокомагнезиальный. Вот это самый крупный поток Бирюка, 12 километров, можете себе представить, вылился со склона. Вот мы с Сергеем Александровичем Кубунаевым, так сказать, опробовали этот поток, ходили туда, и вообще мы замечательный полевой сезон в 87 году провели, где вот тут, так сказать, все это исказывали, опробовали, что в результате вылилось в ту нашу статью, посвященную моделированию и образованию глиноземистых базальтов. Чем же интересны эти породы? Ну, я уже показывал как-то вам диаграмму. Вот петрохимические особенности всех базальтов Ключевского, от высокомагнезиальных до глиноземистых. Вот диаграмма алюминий, магний. Они как бы лежат вдоль этого тренда. И, собственно, вопрос, идея состояла в том, действительно, могут ли высокомагнезиальные базальты быть источником вот всей этой серии, и можно ли это доказать физико-химическими методами, а не просто на пальцах там строя какие-то диаграммы. Здесь такую косвенную подсказку, если вот как бы иметь опыт таких петрологических интерпретаций, то становится весьма полезным, оказывается, использование нормативных пересчетов, о которых мы говорили. Вот смотрите, все те глиноземистые базальты, вся та серия, которая представляет эти породы, ну, условно, мы использовали некий кластерный анализ и выделили первую, вторую, третью, четвертую группу. Первая – это высокомагнезиальные, последняя – высокоглиноземистые. А здесь два промежуточных, значит, состава. Чем это полезно? Да тем, что вот если взять для этих средних составов, вот, от высокомагнезиального до высокоглиноземистого, посмотреть, посчитать нормативный состав, я вам рассказываю, как это делается, то можно оценить, что происходит с нормативным количеством каждого минерала. Ну, яклазы, диапсида, оливина, как они эволюционируют при переходе от высокомагнезиального к высокоглиноземистому. И смотрите, что мы видим. Мы видим диапсид, вот в высокомагнезиальном около 20%, а в глиноземистом 7%. То есть это нормативное выражение количества минералов в породе. Да? Оливин было 12, стало 2. А плагиоклаз, смотрите, в сумме анортита альбита было, значит, что-то там 44-45, а выросло до 60, там, с ортоклазом 70. То есть генерально что произошло? Диапсид и оливин понизилось содержание в системе, а плагиоклаза нормативная выросла. Вот тенденция. И уже это нам подсказывает, да, по-видимому, дело в том, что в этой системе происходила кристаллизация оливина и клинопироксана, а плагиоклаз не кристаллизовался, а только накапливался. Вот просто из анализа нормативных содержаний, вот если немножко
так говорит, серое вещество включить, можно к этому выводу прийти. И вопрос только заключался в том, а это действительно, это находит выражение это в фенокристных ассоциациях или нет? Ну давайте посмотрим. Вот вам примеры. Высокомагнезиальные базальты. Это сплошные гломероморфировые сростки магнезиального клиншироцена и магнезиального оливина. Там спектр достаточно широкий, вплоть до 90-92, я вам говорил. Но в общем, вся эта ассоциация оливин-клинкероценовая, как исходная, как первичная, как характеризующая исходную марку, она присутствует в высокомагнезиальном базальте. А плагиокласс первый появляется как раз только в высоком глинозёмистом базальте. Он фактически на этой траектории эволюции, его надо еще поискать, чтобы найти вот эти какие-то фенокристы или кристаллики, которые на роль фенокриста претендуют. То есть действительно плагиокласс не кристаллизовался. Единственное, что одновременно с оливином и клинопироксеном шла шпинель. Есть какие еще тут аргументы? Ну хорошо, если оливин с клинопироксеном, а мы с вами давайте подумаем, да? Ведь в толеидах у нас клинопироксен третьей фазы. При низком давлении он кристаллизуется поздно. А здесь как будто бы высокомагнезиальные два минерала катектические, кристаллизация ранняя. Это уже опять включаем серое вещество, вспоминаем наши диаграммки и говорим себе. Вот, так это, наверное, сигнал того, что процесс высокобарический. Значит, он, чтобы поле оливина и клинопироксена сравнялось, чтобы клинопироксен вышел на катектику, это возможно только при высоком давлении. Давно атмосфере это невозможно. Значит, как бы рассуждая таким образом, мы взяли, собрали экспериментальные данные по плавлению магнезиального базальта при высоких давлениях, 10, 15, 20, и посмотрели, можно ли найти такие составы оливина и клинопироксена, чтобы они были в равновесии с высоким магнезиальным расплавом и давали магнезиальность ту же, что мы видим в Ключевском. И действительно, вот вы видите красные ромбики, это результаты экспериментов по плавлению магнезиальных базальтов при давлении 10-20 кВт. Координаты такие, магнезиальность клинопироксена, содержание фосфоритов оливина. И мы видим, что в основном вот здесь есть такой, так сказать, набор экспериментов, которые дают, а пунктир это те составы, которые мы замеряли на зоне фенокриста в гломероморфировых сростках. Оказалось, что при 15-20 кБ давление действительно находятся такие экспериментально установленные катектические ассоциации, где 90 оливин в равновесии с 90 пироксен. Вот очень замечательный, так сказать, признак. Да? Ну а дальше уже, значит, идея была такая. Хорошо, а может быть вот мы оценили давление, где-то килобар 15, 17, 18. Давайте комармат запустим от этих давлений и посмотрим, воспроизведет комармат эту природную серию или не воспроизведет. Получится ли линия эволюции расплавов модельная, отвечающая природным данным. Вот результаты этой первой попытки показаны на этой диаграмме. Значит, здесь вот эти красные линии, они дают расчет при одной атмосфере, 12, 16, 20, то есть, в общем, наверное, я тут даже ошибся, 1, 4, 8, 12, 16, 20, немножко я снес не так. В общем, с неким интервалом мы посмотрели красные линии, вот исходный высокомагнезиальный базальт, вот точка, вот эти магнезиальные базальты еще скоро. При низком давлении накапливается кальций, а потом, как вот в толеидах, помните, мы обсуждали расчет, клинопироксен обрывается накопление. Если задать высокое, то сразу оливин с клинопироксеном дает резкое понижение. А природная эта серия сечет, получается, ни один из изобарических расчетов не в состоянии воспроизвести на природный тренд. Стали думать, ну как, а может быть все-таки, в чем же дело? Ну вроде бы все так логично и красиво. И пришла идея, что, а может быть, дело-то в том, что процесс-то носит не изобарический характер кристаллизации. Может быть, надо учесть тот факт, что кристаллизация падает по мере движения марки поверхности. Она сквозит по этим каналам, давление падает, и может быть это меняет пропорции оливина и клина таким образом, что, собственно, и получается, что вот он сечет. И действительно, мы в середине 90-х годов мы провели несколько десятков, около сотни таких численных экспериментов
сделали специальную версию комагмата, которая позволяет считать декомпрессионную кристаллизацию. И в итоге нам удалось найти оптимальное решение. Вот смотрите, здесь точки, это те самые составы лавкрищевского вулкана в координатах, значит, алюминия от магния, железа от магния, кальция от магния, натрий и калий от магния. Вот исходная точка нашей исходной высокомагнезиальной базальты. Оптимальное решение состоит в том, что если задать скорость декомпрессии порядка 0,3 килобара на процент кристаллизации, мы такой параметр ввели в комагмат, понижаем давление с шагом 0,3 килобара на процент кристаллизации. Вот, так сказать, чем глубже кристаллизуем, тем больше скорость давления. Оказывается, можно найти такую скорость декомпрессии, когда модельный тренд фракционирует, практически идеально воспроизведет все петрохимические и геохимические, я уже не показываю, особенности ключевских маг. При этом обращаю ваше внимание, смотрите, железо. Вот вам что такое известково-щелочная серия, наблюдаемая и модельная. Кристаллизация железистых минералов идет, железомагнезиальных, аллергенных или интеракция, а железо не накапливается. Оно держится в известковых щелочных сериях постоянно. Вот вам причина того, что железо не накапливается в известковых щелочных сериях. Там нет плагиоклазы, из-за которого происходит накопление железа в ферритовых сериях. А когда аллерген с клинопироксеном идут, их пропорции таковы, что железо, как бы комбинированный коэффициент показывает порядка единиц. Комбинированный коэффициент распределения железа между расплавом и кристаллом. И просто это тренд постоянного, постоянного содержания железа. Вот. Иными словами, было найдено решение, что переход, вот, чтобы перевести систему из магмы высокомагнезиальной, отвечающей там 11% магния, в высокоглинозернистой, отвечающей 18% алюминия, нужно кристаллизовать ее декомпрессионным образом, вот, с той скоростью декомпрессии, но еще важно добавить примерно 2% воды, чтобы получить высокоглинозернистый дифференциатор аналогичный. Не только декомпрессия, а декомпрессия при условии наличия воды в раствор. Вот вам это интересная история, так сказать, моделирования. И, значит, как бы вот этот результат демонстрирует, интегрирует в себя вот эта картинка, которая говорит, что да, мы начинаем, значит, здесь глубина и некая последовательность кристаллизации, эволюция расплавов, здесь показана температура. Мы начинаем процесс фракционирования с глубин порядка 55 километров. Значит, это давление там 18-19 килобар. Идет кристаллизация алевина с клинопироксеном. Может там мерцать немножко ортопироксен, поскольку он видит микровключение, обнаруживается в этих фазах. Содержание алюминия растет последовательно. Магния падает, вода накапливается, как некогерентный элемент в ходе кристаллизации. Плагиоклаз идет задержку, он фактически с глубин 55 до глубин порядка 20 километров, а это 7 килобайт давления, плагиоклаз не кристаллизуется. Идет в эту задержку из-за того, что вода все время накапливается, видите, почти до 3%. И где-то на 1100 градусов, на глубинах 20 километров, а это, повторюсь, 7 килобайт, происходит формирование расплавов, отвечающих высокой глинозерностному базальту. Вот вам итог этого моделирования. Вот вам такая, генетическая концепция. А что же дальше? А дальше понятно. Значит, идет из этих камер, камер или магмоподводящие системы, они дегазируют по мере дальнейшего движения магмы. Они могут сложно смешиваться, там, процессы автосмешения более ранних и более поздних продуктов фракционирования. И вообще говоря, на поверхность выносится такой гетерогенный материал, который записал в себе всю память и о ранней истории, и о поздней, и о процессах смешения. Но как химическое разнообразие расплавов и минералов, конечно, это было фракционировано полибарически, декомпрессионно. Вот это как бы главный результат работы, который я вам рассказываю. Ну вот,
на этом мы сегодня закончим уже на безымянку, так у нас времени остается, хотя довольно сильно удалось продвинуться, и в частности в этих публикациях Рената Рашитовича Армеева, которых я упоминал, приводится как бы дальнейшая история вот этого моделирования, когда ему удалось фактически взяв за основу модельный высокодреназемистый базальт, о котором я сейчас говорил, получить всю серию андезитов, вплоть до дацитов, вулкана безымянных. То есть подобрать такие условия кристаллизации, которые позволили это дело тоже воспроизвести, описать и интерпретировать. Ну и таким образом вся эволюция вот этих крупных вулканов, она видится таким образом, что источник-то один мотивник. Просто когда мы имели дело с Ключевским, это был, ну как своего рода магмовод без промежуточных камер, когда чисто фракционирование в чистом виде. Я, кстати, вам и сказал, что результат изотопных исследований никаких меток там, контаминации и так далее не фиксирует. Это чисто мантийный материал, там отклонения по эпсилону не один, какие-то крохотные. Вот. Тогда как в случае вулкана безымянный предполагается, что на глубинах порядка 20 километров существует нечто вроде магматической камеры, где протекают процессы кристаллизации той же высокогренозерности магмы, что и в главном магмоводе, которые дают начало этой протяженной серии андезитов, дацитов.